Дорога от улицы Некрасова до Нового Пушкина готова на 95%. С конца июня рабочие трудились над ее преображением. Дорожное полотно значительно расширили. Раньше оно было 5,5 метров, теперь 7. Плюс добавили 2-метровый тротуар. За время капитальных работ уложили 3500 квадратных метров асфальта. Организовали парковочные пространства, которых хватит на 170 машин. В течение 10 дней будут выполнены оставшиеся работы, будет нанесена разметка, будет выполнено благоустройство прилегающей полосы, будет выполнено освещение. На мосту установили перила, которых раньше не было, а высота проезжей части увеличилась на 60 сантиметров, что сделало горку менее крутой. Пришлось изменить и русло реки Серебрянки на время работ. Сейчас оно восстановлено в первоначальных границах. В этом году в городском округе капитально ремонтируется 31 дорога. Сейчас выполнены работы на 24, и оставшиеся дороги все будут исполнены до конца августа, за исключением третьей волны. В рамках третьей волны ремонта в Пушкинском приведут в порядок 3 дороги. Все работы планируют завершить до конца сентября. Анна Пыльцина, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.